Лего-фильм и Brickhammer Animation Studio представляют Жан Рено, Брюс Уиллис, а также Кассандра Петросян в роли Эльвиры Богосян в фильме «Искусство преступления». В фильме также снимались Микита Никаков, Квентин Буратино, Михтунчик Рапортик и другие. Композитор Джерри Голден. Постановка трюков Стивен Сенегал. Режиссер Ральф Обвалов. Это полиция! Руки вверх! Лицом к стене! А ну давай в машину, орел! Какие мы нежные. Нагулялся, бандюга? Ты арестован. Звони адвокату. Теперь повеселимся. Thank you.
Всем удачи! Если бы ты мог себе представить, для чего это вкусно. Когда ты нам все расскажешь, тоже получишь. Понял? О! Сбежал. Как? Этого не может быть. Объявить тревогу! Объявить тревогу! Необходимо немедленно блокировать все дороги вокруг города. Будьте осторожны, преступник вооружен.
тебе. Наш рейс 329, Москва, Чикаго. Вылет 9:10 утра. Вы летите на международную конференцию по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ. Документы о званиях и новых назначениях получите в аэропорту. И приодейся, а то как нищий в Сингапуре. Пятый, он вошел. Ничего не понимаем. Вы не скажете, где здесь туалет? Туалет в конце коридора. Спасибо. По-моему, мне нужно подняться на верхний этаж. Только вот этого еще не хватало. Какой кретин придумал это? Похоже, мне все равно придется заняться этим. Вот здорово, надеюсь, никто не снимает это. Это было не так уж ужасно. Готов? Да-да, вперед. Там кто-то сидит. Очаровательно. Я сломаю дверь. Привет. Приятного вам дня. Это конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ.
Как долго будет ваше пребывание в США? 4 дня. 4 days. Там же написано. Вот билет обратный. Где вы будете жить? В гостинице. Вот приглашение написано. Добро пожаловать. Thank you very much. Вот уроды. Запущено. Земля, можно отключить наземное питание. Господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные приборы выключены, ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Благодарим за внимание.